Всем большой-большой привет! У меня сегодня две посылочки с эквестрисами. Так что давайте будем их распечатывать и смотреть, что там пришло. Какие именно эквестрисы там пришли. Что нас порадует. Итак. Вот такие. Ух ты! Красавчики. Вот так. Снимем. Тут вот цветочек. Вот такой. С вот такой яркой губой. Вот он. Губа, конечно, шикарная. Обалдеть. И вот такая прелесть. Сразу покажу бирочку. Вот такой вот эквестрис. В амхе. Буду пересаживать в кору, как всегда. Кстати, на канале сейчас проходит такой онлайн-журнал по тому, как адаптируются мои товарищи, которых я пересаживаю из мха в кору. Я это делаю всегда. Но, скажем так, для наглядности, чтобы не было такого, что я прошу вас верить на слово, то можете посмотреть в описании, конечно же, я оставлю ссылочку. Листья хорошие, плотные, кстати. Подсох, конечно, в дороге, но качество отличное, корни отличные. Все супер. Будет пересажен. Так, и второй, боже, какой красавец. Так, самолюбуюсь, никому не показываю. Так, вот такой, с очень нежной губой, с хорошим ярким желтым каллусом, с хорошей формой. Радует, честно, очень прям. Класс, обалдеть. Хорошая посылочка, отпадная, много листочков у этого. Такой он уже. Ух ты, привет, друг. Два в горшке. Вот поэтому так много листочков. Ну что ж, это приятно. Зовется он, сейчас показываю. Так, вот так. Фаленопсис церулея ванчао. Ванчао, наверное. Ну, в общем, тоже в амхе, тоже будет пересажен. Но он просто шикарный. И... Да, он чем-то ароматит. Мне моя хорошая орхидейная подружка, которая получила такой же эквестрис. Там же. Я, кстати, ссылки в описании оставлю, откуда приехали эти два товарища. От какого нового для меня продавца я попробовала. Так вот, ей приехал, и она его понюхала и говорит: ты представляешь, он пахнет. И она мне это еще на прошлой неделе сказала перед выходными. Я тут уже еле-еле эти выходные переждала. Чтобы... Ой, чтобы мне тоже пришло, чтобы я тоже понюхала. Так, везде. Ага. Надрежем. И вот здесь по бокам тоже надрежем. Так. Ох ты, вон он там. Это я купила себе фаленопсис рук. Огромное спасибо за такую обалденную упаковку. Упаковку девушки, которую я покупала, позаботилась о цветочке. Не все равно ей было, как он дойдет. Ой, отпад с цветоносом. Я видела на фото, что он с цветоносом, но уже вот бутончики. Есть шанс посмотреть на цветение, так как это не импорт. Этот товарищ жил в Украине. Он уже к нам адаптировался. У него хорошее состояние, просто отличные, классные корни. Сейчас покажу. Все разбегается. Вон там много корней.
Вот растущий, классный, вот растущий. Вот тут тоже много. Очень хороший товарищ, поэтому я не буду переживать. И все-таки у него я действительно хочу увидеть цветение, не буду я ему мешать в этом деле. А, вот такая красота. Вот такие ребята ко мне приехали. Я очень-очень рада. Так, не влазит в кадр. Повернем сейчас. Вот, очень красивый, очень яркий. У меня был похожий на вот этот, но его постигла не очень приятная участь в орхидариуме. И, в общем, не захотел он выжить. Нашла вот себе вот такую прекрасную замену. Но свой я покупала не как Orange Lip с вот такой губой, а как Red Lip. Вот, собственно. Но красавец, конечно, красавец. И да, кстати, вот это тоже, это Red Lip. Вот так я подстраховалась. Ну, посмотрим. Потому что так вот у них очень разные листочки. Посмотрим, кто как зацветет. Обалдеть, я довольна. Все, день сегодня удался. Утро удалось. Эквестрисы. Три штучки приехали. Мои новиночки, даже с цветами. Так, не сбивай фокус. Вот такая прелесть. Ждет меня очень приятная пересадочка. А вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, читайте описание к видео, заглядывайте на другие ресурсы, где я есть. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!